Здравствуйте, вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Век живи, век учись. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» в Заречном началась реализация программы «Обучение предпенсионеров». Знаний недостаточно, и у нас на заводе предложили посетить эти курсы, небольшие обучение. «Дар во благо». Наградообразующем предприятии начались репетиции благотворительного спектакля. Тут можно своими небольшими затратами во времени как-то и реализовать себя, и в то же время помочь детишкам. Ударим мотопробегом по разобщенности и неэрудированности. В Заречном состоится финал акции «В поисках 12 стульев». Это сетевой проект городов госкорпорации «Росатом», который в первую очередь направлен на объединение этих городов, на популяризацию чтения через всеми любимый авантюрный роман Ильфа и Петрова «12 стульев». И теперь об этих и других новостях подробнее. Зареченцы предпенсионного возраста начали обучение на специальных курсах, которые призваны помочь в получении востребованных в экономике навыков и компетенций, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение», включенного в национальный проект «Демография», в нашем городе проводится работа по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. В эту работу активно включились самые разные организации предприятия Заречного, в том числе крупнейшие из них – производственное объединение «Старт». Переместились, да? Да. Ничего сложного? Пока да. Нет. Пока нет. Дальше третий у нас с вами пункт. Век живи, век учись. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» в Заречном началась реализация программы «Обучение предпенсионеров». Одним из первых на предложение об участии в этой программе откликнулось градообразующее предприятие. Начиная с этого года, при содействии Центра занятости, мы уже начали обучать, продолжаем это делать сейчас. Обучили профессии оператора ВМ в нашем техникуме. Кроме того, прошли повышение квалификации по специальности кадровое дело производства в ПГУ. По каким-то специфическим вопросам, это и противодействие коррупции. Но все это касается, конечно, людей только предпенсионного возраста. Это 5 лет до наступления нового пенсионного возраста. Сами предпенсионеры понимают необходимость обучения. Современные технологии не стоят на месте. А значит, чтобы быть востребованным специалистом, нужно идти в ногу со временем. Знаний недостаточно. И у нас на заводе предложили посетить эти курсы. Небольшое обучение. Я не умел таблички рисовать. Здесь сейчас я уже объяснили, показали. Кое-что для себя получил полезного. Планируется, что в этом году более 50 предпенсионеров, работников производственного объединения «Старт», пройдут курсы обучения и повышения квалификации. Продолжается обучение операторов ВМ, и до конца года будет еще порядка 20 человек обучены этой профессии, потому что знания, умение работать с гаджетами, с использованием информационных каких-то ресурсов, они нужны сейчас всем. Эта программа не однолетняя, это будет ежегодно, и, соответственно, в нее будут попадать новые категории. В программу обучения предпенсионеров включились все предприятия и организации города. Те, кому до выхода на пенсию осталось 5 лет и меньше, могут самостоятельно записаться на курсы. Для этого необходимо обратиться в отдел кадров предприятия, где работает предпенсионер, или в Центр занятости населения Заречного. Александр Абаимов, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Зареченцы готовят новый благотворительный проект. Сотрудники градообразующего предприятия начали репетиции спектакля, который станет финальной точкой очередного благотворительного марафона производственного объединения «Старт». Добрый концерт запланирован на 5 сентября. Что ждет зрителей в финале, пока держится в тайне. Специфика работы заводчан накладывает свой отпечаток даже на творчество. Однако нашему корреспонденту Ксении Трезни удалось заглянуть за кулисы секретного проекта. В обстановке строжайшей секретности готовится на производственном объединении «Старт» нет, не новая продукция, а благотворительная постановка. Нашей съемочной группе удалось пробраться на репетицию и даже пообщаться с участниками спектакля. Но в беседе они старались использовать обтекаемые фразы, чтобы не выдать тайну.
Мне кажется, что моя роль максимально мне подходящая, то есть фактически могу сказать, что буду играть себя. Может быть, было бы интереснее, если бы, вот как вы сказали, пришлось бы перевоплощаться и выжимать из себя то, что мне не свойственно, но как бы я думаю, что сыграть у меня получится. Уже несколько недель заводчане остаются после работы, меняют свои графики и планы, выкраивают время для репетиций. Каждый из них знает, для чего жертвуют личными интересами. Тут как бы можно своими небольшими затратами во времени как-то и реализовать себя, и в то же время помочь детишкам. Тем более часть этих детей также являются детьми наших работников. Поэтому как-то вдвойне приятнее участвовать и помогать этим детям. Масштабные благотворительные мероприятия проходят на заводе с 2014 года. Первое театрализованное музыкальное представление здесь состоялось в 2017. С тех пор такие спектакли стали еще одной традицией производственного объединения «Старт». Совместное творчество во благо влияет и на жизнь самих актеров. У нас на этих репетициях знакомятся молодые сотрудники. Образуются какие-то даже пары. Я со своей женой, можно сказать, познакомился и на одном из таких спектаклей. Этот сезон заводского благотворительного проекта станет для Антона Лаврентьева четвертым. Он сыграет небольшую, но яркую роль. В основе постановки оригинальный сценарий, написанный на производственном объединении «Старт». Все, что нам удалось разведать, в этой истории причудливо и гармонично сочетаются действительность и вымысел, волшебство и реалии нашего времени. До премьеры самого засекреченного городского спектакля остается чуть больше месяца. Заводчане выйдут на сцену 5 сентября. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Сегодня отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Профессиональный праздник работников Следственного комитета и следственных подразделений МВД и ФСБ. Праздник приурочен к изданию в 1713 году указа Петра I о создании следственной канцелярии гвардии майора Волконского. В 2019 году День сотрудника органов следствия отмечается на официальном уровне в 6-й раз. О работе следственных органов, решаемых ими задачах, мы сегодня поговорим с руководителем Зареченского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области Рустемом Сайфуллиным. Интервью в студии после рекламы, а пока к другим новостям. Зареченцев приглашают поучаствовать в поисках 12 стульев. Одноименный совместный проект Зеленогорской библиотеки имени Маяковского и мотоклуба «Бар ЕСТМСИ», который поддержал Общественный совет Росатома, призван объединить города присутствия предприятий госкорпорации, популяризировать чтение и мототуризм. Байкеры посетят некоторые места, упомянутые в произведении Ильфа и Петрова, а также 12 атомных городов и их библиотеки, где пройдут квесты по мотивам произведения «12 стульев». Встретить мотоотряд и поучаствовать в увлекательном квесте могут все желающие. От Зеленогорска до Заречного более 15 тысяч километров пути. Все это мотопробег в поисках 12 стульев. Он свяжет 12 библиотек закрытых городов. Это сетевой проект городов госкорпорации «Росатом», который в первую очередь направлен на объединение этих городов, проведение вот таких совместных мероприятий, во-вторых, на популяризацию чтения через всеми любимый авантюрный роман Ильфа и Петрова «12 стульев». Идея организовать такой книжный мотопробег родилась в Зеленогорске. Участники местного клуба «Баргест МС» отправились в путь 1 июля. Они уже успели побывать в Северске, Новоуральске, Глазове, Димитровграде и других городах присутствия госкорпорации «Росатом». Свои отпуска просто собрали в кучу и уехали 1 июля на весь отпуск. Домой мы приедем, слез с мотоцикла и на завтра пошел на работу. Вот только так. Как и герой романа Ильфа и Петрова, байкеры ищут 12 стульев. За каждый элемент гарнитуры им приходится побороться, пройти квест, подготовленный библиотекарями. Кроме этого, участники мотопробега заполняют особый путевой лист. Они везут с собой книгу, роман Ильфа и Петрова «12 стульев», где, значит, в каждом городе в библиотеке ставится штамп этой библиотеки. То есть вот эта книга прошла все 12 городов. Заречный станет финальной точкой мотопробега. В наш город байкеры прибудут 26 июля. Сотрудники Центральной городской библиотеки уже подготовили свои задания для гостей и с нетерпением ждут встречи.
Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». 27 июля в Заречный привезут мощи святой блаженной Матроны Московской. Их доставят из Пензенского храма святителя Николая Чудотворца. Ковчежец с частицами мощей будет находиться в храме преподобного Серафима Саровского в 18-м микрорайоне. Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых православных святых. Она творила чудеса и исцеляла людей еще при жизни. По смерти, то есть когда она ушла в жизнь вечную, было много чудес исцеления от ее могилы. Вот, то есть это говорит о том, что она по ее молитвам Господь помогал всем последующим людям, которые прибегали к ее молитве. А прибегали с разными нуждами. У кого-то дети болели, у кого-то какие-то проблемы житейские, бытейские. Вот. У кого-то предстояли и суды, какие-то вопросы неразрешаемые. Молитвам Святой Блаженной Матроны они разрешались. Ковчежец с мощами прибудет в Заречный в 16:30. Он будет находиться в храме преподобного Серафима Саровского в течение 2 недель. Помолиться у святыни зареченцы смогут ежедневно с 6 до 19 часов. В Заречном подвели итоги 57-й спартакиады трудовых коллективов. 12 сборных команд предприятий, организаций и учреждений города в течение сезона соревновались в 14 видах спорта. Легкая атлетика, пулевая стрельба, плавание, мини-футбол и другие дисциплины. Команды-участницы 57-й спартакиады трудящихся были разделены на две группы. Первая – наиболее сильная, и вторая, в которой выступают претенденты на попадание в первую группу. По первой группе у нас победила команда «Полустарт», на втором месте у нас команда «Пламя» МЧС, и на третьем месте команда «Союз», спорткомитет. По второй группе у нас первое место заняла команда «Сирена» Никерет, второе место у нас «Медик» МСЧ, и на третье место «Автомобилисты». В результате 57-й спартакиады команда «Сирена», представляющая «Никерет», завоевала право выступать в первой группе. Сборная «Энергопромресурсов» в следующем сезоне будет соревноваться в группе номер 2. Награждение победителей и призеров 57-й спартакиады среди трудовых коллективов Заречного состоится в начале августа в рамках празднования Дня физкультурника. Следующая, 58-я спартакиада трудовых коллективов, начнется в октябре 2019 года. На сайте Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям» размещено видео флешмоба, посвященного этому проекту. Участниками события стали более 1000 выпускников школ в 22 городах атомной отрасли. Ребята выстраивались в буквы, из которых затем сложилась фраза «Конкурс «Слава Созидателям». Таким образом, ребята выразили свою благодарность всем, кто принимал участие в создании и становлении атомной отрасли, кто продолжает славные традиции созидателей сегодня. Каждому из 22 городов участников флешмоба досталась своя буква. В Заречном выпускники выстроились в букву «А». Увидеть видеоролик, объединивший выпускников со всех концов нашей страны, можно на официальном сайте проекта «Слава Созидателям» и на видеохостинге YouTube. Современные Шерлоки Холмсы и комиссары Мегре – о профессии следователя, задачах, решаемых Следственным комитетом, преступлении и наказании мы поговорим через пару минут. Не переключайтесь. С 10 по 31 июля в «Лале Антилоп» недели горячих летних цен. Например, норка всего за 35 тысяч рублей. «Лале Антилоп». Поддержи свой город в новом грандиозном конкурсе «Росатом вместе». 20 городов-участников, 16 социальных проектов, 5 конкурсов. Город-победитель получит 10 миллионов рублей. От твоего голоса зависит будущее твоего города. Голосуй в мобильном приложении ГСР. Подробности на rosatomvmeste.atomgoroda.ru. Надежные кондиционеры «Зануси» всего 15 900. Телефон 23-24-04. Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегии Росатома и оперативные репортажи. Программа «Страна Росатом».
Будущее твоего города зависит от тебя. Выбери, в какую городскую сферу вложить миллион Росатома. Скачай мобильное приложение ГСР в App Store или Play Market и прими участие в онлайн-голосовании. Образование, культура, спорт – выбор за тобой. Поделись своими идеями в мобильном приложении ГСР и помоги городу выиграть суперприз конкурса «Росатом вместе». Проголосовать в мобильном приложении ГСР ты сможешь с 20 августа по 31 октября 2019 года. Город ждет твой выбор. Городская квартира с отдельным входом – мечта, воплощенная в реальность. Такие квартиры в жилом комплексе «Грин Парк 2» с любовью строит компания «Римстрой». Центр города, развитая инфраструктура, высокое качество. Торопитесь! Квартир по уникальной цене 38 тысяч рублей за квадратный метр осталось совсем мало. Звони прямо сейчас. 231-001. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Рустем Сайфуллин. Добрый вечер, Рустем Усманович. Да, добрый вечер. Мы с вами встречались ровно полгода назад, в январе, когда у вас был тоже праздник, да. День создания отдела. Сейчас мы с вами встречаемся, когда вы, ваши коллеги, причем не только вот в Следственном комитете, но и следователи ФСБ, следователи МВД отмечают свой профессиональный праздник. Но поскольку Следственный комитет был выделен в отдельную структуру, то я так думаю, что это вот совсем-совсем ваш уже профессиональный праздник. Да, ну немножко хотел бы отметить, да, почему отмечается именно 25 июля. Вот, как бы праздник вроде как бы новый у нас непосредственно. Правильное название праздника – День сотрудников органов следствия Российской Федерации. Вот, а если посмотреть глубоко в историю, то можно как раз указ Петра I был, во время его царствования был как раз создана следственная канцелярия, и которая непосредственно подчинялась главе, например, главе государства и занимался функциями предварительного следствия. Вот. Соответственно, в этом году, 25 июля, уже отмечается 306-я годовщина данного праздника, и это наш основной ведомственный праздник. Угу. Вот, праздник действительно следствия, праздник следователя, и мы как бы уделяем особое внимание этому дню. С какими результатами спустя полгода после предыдущей нашей встречи подошел следственный отдел? Ну, я бы хотел отметить, что Заречный межрайонный следственный отдел, он обслуживает у нас территориально не только город Заречный, mm-hmm. Пензенский район, Шумышевский район, в зону нашего обслуживания входит. Вот. За первое полугодие 2019 года нами, следователями, окончено более 60 уголовных дел. Вот. Различные категории, в том числе 12 тяжких, особо тяжких преступлений. Были окончены дела по умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью. Если касательно говорить по, соответственно, криминогенной ситуации по городу Заречному, угу. то в 2019 году, к счастью, не было допущено ни одного факта зарегистрированного преступления, связанного с убийством. Вот. Были факты умышленного причинения тяжкого вреда, это два уголовных дела. Дела были, соответственно, раскрыты. Одно из них было в условиях неочевидности, но благодаря слаженной работе всех служб, оперативных служб, следствия, соответственно, злоумышленник был у нас установлен в первые сутки после совершения преступления. Вот. Помимо преступлений против личности, соответственно, следственным органам также уделяется особое внимание расследованию уголовных дел в отношении несовершеннолетних и совершенных несовершеннолетними. Вот. Преступления, соответственно, направлены на применение насилия в отношении сотрудников, в том числе сотрудников полиции, в том числе сотрудников войсковой части. Такие факты у нас были в этом году. Mm-hmm. Все лица были привлечены к уголовной ответственности. Уголовные дела были направлены, соответственно, в суд. По приговорам судов, соответственно, были вынесены обвинительные приговора. Лица были наказаны. Вот. Также были у нас и коррупционные преступления в этом году. Имел факт, когда лицо было привлечено к уголовной ответственности за фиктивное трудоустройство угу. человека в организацию. Вот. Уделяли особое внимание и расследованию уголовного дела налоговой направленности. Привлечен у нас депутат, соответственно, собрание представителей за налоговые преступления. Вот. Так что есть категории преступлений, которых приходится нам с каждым разом все больше и больше опыт, навык как бы нарабатывать.
потому что латентность преступления, она растет. Рустам Усманович, а какая-то работа с гражданами у вас проводится? Вот мы об этом с вами говорили полгода назад. Что-то поменялось? К вам граждане обращаются? Или пока до сих пор еще не понимают, собственно говоря, чем же занимается следственный отдел? Нет, довольно активная сейчас позиция местных жителей, потому что мы, в принципе, и сами не сидим на месте. Мы свою работу комментируем, говорим. Каждый факт сообщения, который имеет место и вызывает какой-то резонанс в городе Заречном, оно подлежит освещению следственным органам. Вот. Помимо этого, по всем уголовным делам мы также выходим и выступаем. Следователи у нас, соответственно, комментируют, какие причины и условия способствовали совершению преступления для того, чтобы предотвратить. Да, да, для да. того, чтобы в последующем такие преступления у нас не были. Люди к нам обращаются с разными просьбами, с различными. Непосредственно вот мы организовывали в этом полугодии совместные личные приемы и с главным врачом в помещении ФМБА, где к нам люди обращались с разными, соответственно, с просьбами, требованиями, непосредственно на месте была им оказана, в том числе и медицинская помощь. Вот. По следствию какие-то есть недостатки, они наши как бы и контакты все это знают. Но я бы сказал, большую часть, соответственно, их обращений, это ну, какие-то проблемы, которые вызывают у них непосредственно. Мы как следственные органы, как бы, если все входит в нашу компетенцию, максимально стараемся им уделить время, выслушать, соответственно, рассмотреть в порядке федерального законодательства их обращения. Если уже мы устанавливаем, что это не в нашей компетенции, тем не менее, как бы все их обращения оставляем без внимания, направляем в соответствующую службу, орган для последующего рассмотрения, разъяснив, соответственно, непосредственно порядок и сроки рассмотрения данных обращений граждан. Нужна ли вам еще какая-то форма взаимодействия с гражданами? Я не знаю, может быть, вам хотелось бы большей активности по предупреждению преступлений? Что, нет, вот что? Конечно, с учетом того, что время-то меняется, и преступления есть, которые, может быть, и незамеченными остаются. Вот. Хотелось бы и гражданам обратиться в том плане, что помимо нашей структуры есть телефон 02, и во всех фактах, если даже непосредственно к нам тяжело как-то обратиться, шестизначный номер или интернет-обращение сделать, не все могут, но у нас взаимодействие с правоохранительной, соответственно, системой таким образом налажено, что любое сообщение, которое поступает на 02, если оно нам подследственно или вызвало общественный резонанс, мы всегда подключаемся к данной теме. Вот. И если имеют какие-то факты, где люди, соответственно, готовы нам заявить о каких-то готовящих преступлениях или те моменты, которые их тревожат, особенно в какой-то социальной сфере, где должностные лица бездействуют и не оказывают им какую-то помощь. То есть мы готовы всегда их, соответственно, какие-то вот пожелания, просьбы, заявления всегда рассмотреть и уже, грубо говоря, в рамках предоставленных нам полномочий дать им ответы. Самое главное, максимально сделать таким образом, чтобы был результат, чтобы люди не понимали только о том, что обратившись, значит, не помогут. Наша цель – помочь людям, для того, чтобы они понимали о том, что правоохранительная система во благо закона действует. Рустам Усманович, ну это так, скажем, официальная информация, а вот интересно, а, собственно говоря, следователь – это кто? Ну, профессиональный праздник, да, вот хотелось бы, мы, потому что вот работу следователя представляем, ну, в основном, могу говорить о себе, о своих там знакомых, в основном по фильмам. Старые добрые советские фильмы, которые... Место встречи изменить нельзя, да? Да. То есть мы знаем все, вот следователь, он такой. Сложился некий стереотип следователя. Ну, и в основном две такие вот противоположности. Либо это человек, вот как Глеб Жеглов и Володя Шарапов, да? Либо это некий такой книжный червь, который сидит, ну, я не знаю, комиссар Мигра, да? Вот, который вот сидит и в голове у себя вот он всю картину это сложил, или как Шерлок Холмс, не выходя на место, он может там раскрыть любое преступление. Так как какой же он следователь? Ну, я бы сказал, что следователи, они все разные, и каждый человек представляет, ну, особую личность. У каждого, у следователя свой подход к конкретной ситуации. Вот. Сейчас, соответственно, если смотреть, молодые следователи, когда приходят вот на работу, действительно, они где-то в фильмах просмотрели, что вот следователи должны заниматься только вот находясь в кабинете. Соответственно, вычитывать, все смотреть. Ну, на самом деле, это не всегда так. И не всегда, допустим, образование позволяет
в работе получить какой-то результат положительный. Вот. Следователю должны быть свойственны такие вещи, как и чувство справедливости, соответственно, и следователь должен обладать какими-то навыками в области психологии, потому что наряду положительный результат в работе достигается именно при установлении психологического контакта. Угу. Вот. А работа действительно она сложная, требующая, соответственно, терпения, потому что без какой-либо вот именно такого отношения к работе, без терпения, достичь результаты в нашей деятельности очень сложно. И зачастую, когда, допустим, например, следователю приходится при расследовании уголовного дела выяснять обстоятельства, факт совершения преступления, ну, приходится где-то на какие-то, соответственно, опыты ветеранов смотреть, угу. как они это все делали. Вот. Ну, тем не менее, следователь, оно самостоятельное процессуальное лицо, это тот человек, который сам, соответственно, выбирает ход расследования уголовного дела, сам для себя определяет те непосредственно моменты, которые необходимы для того, чтобы, грубо говоря, расследовать уголовное дело, изобличить виновника. Но в любом случае, конечно, результат – это законное, принятое им процессуальное решение для того, чтобы интересы граждан не были в этой части нарушены. А молодежь охотно идет к вам? Да, сейчас, соответственно, последнее время мы активно как бы и в учебные, соответственно, заведения сами ходим и говорим о работе следствия, о работе следователя непосредственно для того, чтобы привлечь к нам к работе. Плюс у нас есть, соответственно, Академия Следственного угу. комитета, где желающие могут, соответственно, имея там 9 классов, 11 классов, поступить в эту академию и в последующем как бы себе гарантировать в последующем трудоустройство на должность следователя. Вот. Зачастую, которые ребята приходят к нам проходить практику, у них глаза горят в первые дни. Думают, что все как бы в нашей деятельности легко. Вот. Но потом смотришь, как бы видят они то, что и бумажная работа, и работа, ну, я скажу, как бы и грязная работа, угу. это и ночные выезды, вот, и поездки, некоторых, соответственно, пугает. Но, опять же, вот, следователи – это те лица, которые работают с энтузиазмом. То есть их, соответственно, здесь держат на этой работе в большей степени вот этот энтузиазм, терпение, потому что моральное удовлетворение получаешь по делу, когда вот у тебя действительно оно шито, готово, и ты понимаешь, что вот ты его направишь, и оно действительно дойдет до суда и будет вынесен законный, соответственно, обвинительный приговор. Вот. Для следователя брак в работе – это тоже такой большой моральный стресс. И как бы вот в этом плане мы всегда следователи, молодых особенно, в этом плане поддерживаем моральным духом, оптимизмом для того, чтобы если какие-то ошибки на начальном этапе они допустили, вот, ни в коем случае как бы не унывали, и голову вверх, и дальше двигались вперед. Рустам Усманович, и у нас остается совсем немного времени. А какой коллектив здесь, в Зареченском межрайонного отдела? Сколько у вас человек работает? Работают ли у вас девушки? Да, действительно, состав у нас разный, и девушки, и ребята работают. Вот, коллектив меняется. Вот сейчас немножко произошло омоложение коллектива, угу. потому что те сотрудники, которые работали на протяжении 5 лет в следственном отделе, они вот, кто у нас, ну, практически вот трое перевелись в отдел по расследованию особо важных дел угу. по Пензе. Вот, и приходится работать с молодыми следователями. Девушки-следователи у нас, соответственно, также в составе есть, которые обслуживают не только город Заречный, вот еще раз повторюсь, угу. и Пензенский район, и Шимишевский район. И в чем здесь сложность работы следователя, то место дислокации у него не всегда вот как бы территориально только в городе Заречном. Если произошло какое-то сообщение, которое, допустим, может вызвать общественный резонанс, мы бросаем все усилия. Хочу сказать, что мой отдел, следственно, наш Зареченский, принимал участие и в расследовании уголовного дела на первоначальном этапе по событиям, которые имели место в Чемодановке. Угу. Все следователи нашего отдела были привлечены вот, на протяжении, соответственно, 2 дней, там, с утра до ночи, они активно проводили следственные действия. Вот. Состав, соответственно, состоит из следователей, есть должность заместителя руководителя отдела. Вот. Ну, справляемся с той нагрузкой, которая есть, с теми сотрудниками, которые у нас есть. Ну, говорить о расследованных каких-то делах мы будем после их окончания. Я думаю, что мы с вами еще обязательно встретимся по той же самой Чемодановке, когда появятся какие-то уже итоги. Мы обязательно встретимся и поговорим и о других делах, которые достаточно резонансны по Заречному. Но это будет потом, а сегодня у вас профессиональный праздник, и есть возможность поздравить ваших коллег. Да, я бы хотел поблагодарить, соответственно, во-первых, свой личный состав, всех своих
сотрудников, следователей, соответственно, помощников следователей, действительно нашим праздникам, профессиональным праздникам, пожелать каждому из них оптимизма, не падать ни в коем случае, соответственно, при каких-либо негативных моментах духом, вот, быть всегда уверенным в себе, выполнять свою задачу с чувством уверенности, вот, и побольше уделять времени семье, досугу, которого у нас, к сожалению, не хватает. И все как бы в работе в нашей будет получаться, потому что моральное настроение, оно позволяет и удачно расследовать уголовные дела. Ну и также поблагодарить все службы, с кем мы тесно взаимодействуем, все правоохранительную, соответственно, систему, службу, это и прокуратура, это МВД, и ФСБ, соответственно, вот, и приставы. То есть мы, ну, взаимодействуем со многими службами. Это и местная власть, которая также нам оказывает всяческую, соответственно, помощь при расследовании, в том числе и уголовных дел. Вот. Ну и другие службы, с кем мы часто общаемся. Ну и не могу и вас не отметить, средства массовой информации. Также хочу поблагодарить за оказанное вам доверие, за правильные комментарии наших всех сообщений, потому что непосредственно, грубо говоря, огласка нашей работы среди населения, оно придает значимость о том, что кто-то где-то нас знает об этом. Спасибо вам за теплые слова, Рустам Усманович. Ну, я надеюсь, что мы и дальше, и впредь будем плодотворно сотрудничать с вами. Еще раз вас поздравляю с профессиональным праздником. В вашем лице всех ваших коллег, весь коллектив Зареченского межрайонного отдела. Всего вам самого доброго и увидимся. Спасибо. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам всего самого доброго. До встречи на канале Заречный и берегите себя.